взаимосвязь вещей из обихода. Не каждый сходу может рассмотреть, тем более, когда уже в отходах, нам послужив, смогли и помереть. И даже там, в отвалах и в отхожем, кипят бактерии и туфельки амебы. Не так ли мы друг другу в память вхожи, особенно когда живем не для пробы, не для утробы? Взаимосвязь времен, племен, деяний не ощущает их кабан в лесу невежда. Пусть мракобесы атеизма в яме и дойдут, что с покаянием весьма опасно мешкать. Кто сохранил, кто приобрел, добыл, что в них, на них, дотла гниющем теле? Откуда имя им и в теле столько жил? Кто черноту греха на них отбелит? Если мы сами по себе ни от кого зависеть не посмели, так почему мы не избыли бед, предсказанных, быть может, в темной келье? И не за год, за тысячу и больше, оттуда луч пророчества так жгуч. Пророков словно слово краткое укольчик, но гром и молнии низводит к нам из туч. Мы все не только генами и кровью в переплетении с Евой и Адамом. Змеев тоже непокорство деток ловит, легко прабабушку укором я достану. Переплетение космических угроз, моя судьба пылинка в хороводе. Свет с неба истины есть истинный Христос, на благовестниках то слово в сущем ворде. Взаимосвязь небесного с земным и польза от того на все эпохи. Крещение дано нам для белизны, в благое, чтоб врастили зерна крохи. 27 октября 2005 года.